Вот это виноградники, которые находятся недалеко от города Штутгарт. Сегодня здесь праздник. Вон в тех палатках можно покупать вино, которое делают из этих виноградов. А здесь уже, видать, маленькие грозди винограда. Нет, виноградники в Штутгарт, возле города Штутгарт, столицы. Сегодня праздник, пробу вина. Его можно попробовать вот в таких палатках и купить. Вот они, виноградники сорта Рислинг, Дорнфельдер, Троллингер, Троллингер Мускат, Троллингер Мюнхенберг. Это я думаю, вишни, правда, еще зеленый, но скоро поспит. Это ратуша, Ратхаус. Этому дому 750 лет. Это белый каштан. Каштановое дерево очень-очень большое, пушистое.